Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, перед нами находится устройство Lenovo Tab M7, и сейчас мы разберемся, как включить таймер в приложении камера на данном девайсе. Итак, для начала мы переходим в само приложение камера. После чего нажимаем на шестеренку в левом верхнем углу. И здесь у нас есть функция таймер. Сейчас она выключена, можно настроить таймер либо на 3 секунды, либо на 10. Давайте пробуем 3 секунды. Включаем. И спустя 3 секунды делается снимок. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!